предыдущих видео я вам рассказала о подборе пряжи, о том, как делаются разрезы изделия, и показала узор. А сейчас хочу рассказать вам о планке и показать, что же такое двулицевое или двухстороннее изделие, которое можно носить и с лица, и с изнанки. Сначала про планку. Она привязывается отдельно после того, как мы провязали перед и спинку, потому что этот узор сильно растягивает полотно. И количество петель планки и деталей не совпадает в итоге. Поэтому провязали изделие, сейчас привязываем планку. Но поскольку изделие одинаково хорошо смотрится и с лица, и с изнанки, лицевая сторона светлая. Помните, я рассказывала при подборе пряжи, что мы немножко припыляем красный цвет. Вот мы его припылили, но при этом мы немножко и затемняем светлый. Получается такой двойной очень интересный эффект. С одной стороны он светлее, с другой стороны он становится темнее. Это платинг. И таким образом мне и планку нужно тоже оформлять платингом. Она двойная, это подгиб, но подгиб тоже двусторонний, потому что с одной стороны он будет красненький, с другой стороны он должен быть светлым, чтобы не портить внешний вид изделия. И в результате у нас получается совершенно чудесная планка, незаметная ни с одной, ни с другой стороны, тоненькая, аккуратная, имеющая цвет полотна. И надеюсь, что в следующий раз я вас удивлю, потому что покажу вам уже готовое изделие. Для этого не забудьте подписаться, чтобы не пропустить видео.